От Москвы до Новосибирска около 4 часов лету. Для журналиста-телевизионщика, отправляющегося в командировку, времени предостаточно для того, чтобы еще раз продумать план съемок, написать вопросы для интервью, а главное – определиться с выбором героя. И если с первыми пунктами этого перечня все нормально, то с последним, с выбором героя, определенные трудности. Поясняем. Съемочная группа «Черного пояса» летит в столицу Сибири для съемок выпуска, посвященного крупнейшему в стране клубу боевых искусств «Успех». Но проблема в том, что за 25 лет своего существования клуб воспитал такое количество мастеров, обладателей черных поясов, высоких данов, что выбрать кого-то одного – задача не из простых. На протяжении всего пути до места расположения клуба решается вопрос, кто же станет главным героем выпуска. Кандидатур много. Дмитрий Шатохин, чемпион СССР, многократный чемпион России. Главный тренер клуба Ислам Эльдарушев, серебряный призер чемпионата мира и Европы. Юрий Глазычев, трехкратный чемпион России, мастер карате и хапкидо. Трубников Сергей, неоднократный чемпион России. Но в конце концов, основатель и бессменный руководитель клуба Вениамин Александрович Пак решает. Давайте снимем сразу двоих. Дмитрия Осанцева и Александра Бестужева. Дмитрий был президентом клуба до 2012 года, а Александр перенял у него бразды правления. Два друга, два президента, оба победители различных внутренних и международных турниров. Оба мастера спорта. Оба по-прежнему в прекрасной форме, тренируются сами и ведут свои группы. В общем, лучшего решения не найти. К тому же оба работают в городском совете депутатов. В общем, полный набор положительных характеристик. Но для начала мы решили спросить у наших героев, а как они сами относятся друг к другу. На самом деле он был великолепным спортсменом, мастер спорта международного класса. Он неоднократно становился чемпионом России, он был капитаном нашей команды. И вот когда я абсолютно вот без всяких приукрас, вот на, если ты идешь в бой, если это война, то самое лучшее иметь рядом с собой такого товарища. Я пришел в клуб «Успех», Дмитрий Владимирович уже был серьезный мастер, который прям давал тиски в живот очень жестко. И вот это уже было его учение. С того времени, да. А по жизни Дмитрий Владимирович очень воспитанный, правильный человек, который и по жизни, по сей день мне дает правильные советы. И я очень горжусь тем, что вот у меня жизнь, моя судьба свела с такими людьми, как Дмитрий Владимирович. Как мы уже говорили, в 2014 году клубу «Успех» исполнилось 25 лет. И все это время Дмитрий Осанцев тренировался и работал в его стенах. Александр Бестужев пришел в «Успех» чуть позже, ровно 22 года назад. Тогда, когда я пришел, я знал, что мне нужно доказать себе и своему тренеру, что я что-то умею. Да? А сегодня я уже не представляю карате, себя не вне карате. Это моя жизнь. Это моя жизнь, это клуб моя жизнь, это мои друзья, которые у нас общие все. И не представляю. Начало рабочего дня. Здание мэрии Новосибирска. Здесь же заседает совет депутатов города. Дмитрий Осанцев идет на работу. Глядя на него, сразу же возникает мысль, вот бы у нас все чиновники были такими подтянутыми и спортивными. Петляя по бесконечным коридорам огромного здания мэрии, Дмитрий приводит нас в зал заседаний. Там как раз в этот момент идет совещание рабочей группы. Зампредседателя Совета депутатов набирает на телефоне номер Александра Бестужева, и тот к нашей радости оборачивается прямо на камеру. Мы решаем не отрывать Александра от обсуждения важных городских дел, а направляемся дальше, прямо в рабочий кабинет Дмитрия. Кабинет заместителя председателя Совета депутатов довольно большой, светлый и уютный. На столе, рядом с уставом города Новосибирска, лежит китайский трактат искусства войны «Суньцзы». В глаза сразу бросается самурайский меч катана. Согласитесь, далеко не у каждого чиновника можно встретить такой атрибут на рабочем месте.
Здесь же в кабинете фотографии жены Дмитрия и троих сыновей. Счастливая и очень красивая семья. Вот только глава этого семейства не слишком часто бывает дома. Дел не в проворот и в Совете депутатов, и в клубе. Кабинет чиновника, Дмитрий. Но по большому счету, вот у нас у всех слово «чиновник» ассоциируется с таким, в общем-то, не очень подвижным, довольно скучным человеком и весьма далеким от спорта. А здесь мы видим подтянутого, спортивного, веселого, остроумного, даже романтичного человека и к тому же мастера карате. Это что? Это мы разрушаем привычный образ чиновника? Ну, наверное, момент спорный по поводу того, что там все чиновники – это неподвижные люди, обрюзшие и так далее. И мне кажется, сейчас в нашем государстве в том числе появляется такой, может быть, молодой класс чиновников, которые следят за своим здоровьем, которые занимаются спортом или физкультурой, ведут на самом деле активный образ жизни. В этот день работы в Совете депутатов было немного. И прямиком из здания мэрии мы направились в клуб «Успех». Разгар августа. Самое время отпусков, отдыха, морских круизов, пляжного релакса и заграничных вояжей. Тем более для жителей Сибири. Им-то сам Бог велел летом на теплые моря подаваться. Но оказалось, что многие старшие инструкторы клуба в додзё на тренировке. Причем, поверьте на слово, это не показушный сбор. Это постоянная практика. Здесь в успехе пояс надо заслужить своим потом и кровью. А повязав его, необходимо постоянно подтверждать высокое звание сенсея не словами и важным видом, а конкретной работой в зале. Я вспоминаю фильм, как раз у нас «Пираты 20 века», когда там они показывали искусство. Восточные, да, боевые. И я тогда себе с детства сказал, вот я тоже себе хочу черный пояс. И этот у нас уже, кажется, далекий 89-й год, когда вот разрешили карате, и мы узнали, что есть запись, клуб «Успех», и у меня сразу так из подсознания вышло черный пояс, я захотел. Это, наверное, было такое моя задача прийти к этому черному поясу, который у меня уже на подсознании с детства отложилось. Ну и вот на сегодняшний день я все, как говорится, иду к этому черному поясу, к своему, потому что, ну, черный пояс у тебя на поясе еще не говорит о том, что ты уже какой-то мастер чего-то достиг, да. Черный пояс говорит о том, что тебе еще очень многому нужно трудиться, очень многому нужно учиться. Дмитрий Осанцев пришел в этот зал гораздо раньше Александра. И причины начать заниматься карате у него были такие же, как и у десятков тысяч мальчишек по всей стране, открывших для себя диковинный заморский вид восточных единоборств и с головой окунувшихся в неведомый доселе захватывающий мир боевого искусства. Стать сильным, научиться защищать себя и близких, ну и, конечно же, получить черный пояс. Но когда он впервые пришел в клуб, залом это место можно было назвать с большой натяжкой. Да, это был или 91-й, или 92-й год, больше 20 лет назад. И, конечно же, зал был в другом состоянии. Он требовал капитального ремонта. Пола, деревянный пол был в дырах, стены были обшарпаны, соответственно, не было ни вот этого дерева, ни освещения такого. И единственная была радость от ощущения, что это наш зал, это наше помещение, потому что мы до этого занимались несколько лет в подвале. В настоящем подвале, бомбоубежище, без вентиляции, без окон. И, конечно же, это был праздник по тем временам. 25 лет назад на месте клуба «Успех» находилось, как тогда говорили, предприятие «Соцкультбыта». Здесь работал видеосалон с баром, спекулянты торговали водкой. Пришлось своими руками делать капитальный ремонт и вступать в жесткий конфликт с водочными торгашами. В итоге первый в Сибири профессионально-спортивный клуб карате открылся. И ребята получили возможность шлифовать свое мастерство и достигать все новых и новых вершин в карате-до. С прошествием времени, когда сюда вкладывалась душа, вкладывались моральные, в первую очередь, силы. И
многое здесь сделано руками ребят, и моими в том числе. Конечно же, это становится родным. Это становится родным вторым домом. И большую часть, наверное, вот своей молодости, своей юности я провел здесь. И ну, это незабываемо. Ты когда, наверное, вот есть такое понятие ностальгия, и это греет. Тебе вот здесь знаком каждый уголок, каждая палочка, каждая досточка. И ну, это одно. Постепенно, шаг за шагом, день за днем, успех обретал свой статус сильнейшего клуба в районе, в городе, области. Александр Бестужев пришел сюда заниматься, когда в успех уже просто так с улицы попасть было невозможно. В этот зал в то время было очень сложно попасть. Очень большая была конкуренция, очень много спортсменов. Это был 93-й год. Меня тогда сюда привели Игорь Печенкин. Я захожу в этот зал вместе с Юрием Санычем. И здесь один спортсмен. Как раз вот август месяц, вот этот такой хороший месяц, запоминающий для меня. И здесь один спортсмен, Курочкин Олег. Ну, 2 метра ростом. И Юрий Александрович говорит, ну вот вставай с ним в пару, посмотри, что ты умеешь. Ну вот первый раз для меня было, это как фильм «Брус Ли», когда Брус Ли с баскетболистом там доспринговался, и такой же высокий человек, 2 метра, Олег Курочкин. И вот он встал, у него очень длинные руки, очень длинные ноги. И для меня этот день очень хорошо запомнился, и мне нужно было показать, что я умею, и ни в коем случае не газовать назад. И тогда Юрий Александрович посмотрел, сказал, ладно, беру. Историческая деталь. Когда клуб создавался, его основатель Вениамин Пак с друзьями долго не могли придумать название. Выход нашла супруга Вениамина Ирина. Она посоветовала: «Назовите клуб «Успех». Как корабль назовете, так он и поплывет». Ее совет оказался пророческим. Год от года клуб стал набирать обороты. Его спортсмены, в том числе Дмитрий Асанцев и Александр Бестужев, стали выезжать на крупные турниры по карате и побеждать. Вы смотрите старые архивные кадры. Показательные выступления на первом международном турнире «Таллинский бульдог», который проходил в столице Эстонии в 1990 году. Тогда в Таллин съехались сильнейшие каратисты со всего Советского Союза. Из Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины, Владикавказа, Осетии. 2 команды из Москвы, из Воронежа, Алматы. В составе новосибирской команды выступали Дмитрий Шатохин, Евгений Жерздев, Вячеслав Самсонов, Александр Пух и Дмитрий Асанцев. Противостояние было очень жестким, шла настоящая рубка. В результате успеховцы уступили хозяевам чемпионата, команде из Таллина, голландцам и заняли 3-е место. А на следующем таллинском «Бульдоге» в 2002 году успеховцы были первыми. Спустя почти 1/4 века после таллинского турнира, находясь на тренировке черных поясов в клубе «Успех», мы спросили у Дмитрия Асанцева, а какая у него была излюбленная техника в те годы, какие удары приносили победу. Основной принцип карате – начни вторым, попади первым. Это опережение. И ну, на протяжении многих лет, наверное, да, старая школа карате, это был всегда на опережение удар был ипон. Как это выглядело? Да, 2 балла. И в соревнованиях ипон-комитета это была сразу чистая победа, если тебе давали ипон на опережение 2 балла. И в азаре 1 балл был. Работа была до 6 очков, и поэтому за ноги 3 балла не давали. И поэтому удар цуцки это был основной на опережение, это классика. То есть из стойки обычно стояли, соперник начинает атаку и... Раньше, когда работали, когда техника, так скажем, советской школы карате была, очень был распространенный удар, ну, наверное, 2-й по популярности по стуцки, это маошицки. И, соответственно, многие атаки были 1-й удар, 2-й, 3-й. То есть движение. И оценивалось? Маошицки оценивалось? Маошицки в советском карате оценивалось. Причем атаки делали по связке по 3-4 удара. Бам-бам-бам-бам-бам залетали. Били в голову. То есть удар от бедра боковой шел цуцки. Ну и, конечно, очень популярны были уракен. Уракен, соответственно, уракен гербский.
А это уже 1995 год. Москва, Лужники. Финал чемпионата России. Командные кумите, сборная Новосибирского успеха против сборной Москвы. Здесь вопрос стоял ребром. Чье карате сильнее? Столицы Сибири или же столицы всей страны? В неимоверном по накалу противостоянии, уже когда на часах была полночь, успеховцы одолели сборную Москвы и заняли первое место. В составе команды Новосибирска бился Александр Бестужев. Какая была любимая связка на соревнованиях? Давайте это покажу. То есть говорить не будем, покажем. Да. Вот это была связка. Он прекрасно, я помню, один из первых бойцов, которых я увидел в реальности, как человека сбивает с ног и практически до потери сознания Маягери. На соревнования делал ужасный был Маягери. Точно так же Бурумаваша он встречал великолепно с разворотом. Соперник еще и натыкался. Дим, Сергей только что сказал, что после Сашиных ударов ребята улетали. Было такое? Было. Ты видел? Ну, конечно, и после Сашиных, и после ударов Юрия Юрьевича Глазычева и Дмитрия Александровича Шатохина, который практиковал очень мощнейшие цки и маягери, и добивания, после которых люди не могли встать, потому что он пробивал прям, как гвоздями протыкал. И Ислам Эльдарушев очень мощно бил. Ну, в принципе, все школа, успеховская школа карате, школа Дмитрия Александровича. Дмитрий Александрович всегда требовал очень реалистичных, жестких, настоящих ударов. То есть соревнования на соревнованиях.